Тема 752. Карты американских штатов в картинках. Как безработная женщина-дизайнер пришла на ЕЦ заработать копеечку, но благодаря своему труду и наблюдательности вышла на более крупный бизнес со своей торговой маркой. Дизайнер Энн Клейн оставила постоянную работу, чтобы создавать что-то свое, хотя мне кажется, жизнь заставила ее это сделать, судя по ее первым товарам на ЕЦе. На ЕЦе она начала с продажи схем шитья простенькой детской одежды, повязок на голову, шапочек, слюнявчиков и ползунков. Товар простенький, дешевый, люди его неплохо покупали. Но, видимо, не так часто, как хотелось бы дизайнеру. А так как товар копеечный, то и доход с него был малоощутимый. Постепенно Энн начала расширять ассортимент своего товара на ЕЦ в сторону добавления к схемам физических товаров, она начала продавать ткань для пошива детской одежды. По цене это дороже, чем схемы шитья, хотя и возни больше, эту ткань нужно заворачивать и относить на почту. А потом она решила продавать готовые детские вещи. Но чтобы это были уникальные вещи, а не фабричные, она сама придумала рисунок для ткани, напечатала его и сшила вот такую оригинальную детскую шапочку с изображением карты штата Техас в картинках. В картинках, потому что для детей. Но тут получился эффект больший, чем просто симпатичная шапочка для ребенка. Изображение штатов – вечно популярная тема для американцев, они всегда такие вещи неплохо покупают, хотя и конкуренция тут довольно высокая. Картинки, изображающие природу того или иного штата, это не просто детские обучающие картинки, по которым он может лучше познавать родной край. Эти картинки содержат самые популярные у американцев образы – кактусы, нефтяные вышки, быки, ковбойские шляпы и сапоги, горы, пальмы, солнце, звезды, американский флаг. То есть это не просто детский рисунок. Это дорогой для каждого американца набор образов. Когда Энн это поняла, начался новый этап в развитии ее рукодельно-дизайнерского бизнеса. Она подготовила такие же художественные рисунки для всех штатов США и начала печатать их на различных предметах, например, на холсте, на декоративных тарелках, полотенцах, подушках. Конечно же, дизайнер не обошла вниманием детские вещи. Она печатает свои картинки на детских штанишках, на детских кофточках, на детских одеялах. Но карты американских штатов на холсте покупают у женщины-дизайнера лучше, чем детскую одежду. Создательница рисунков штатов США зарегистрировала торговую марку «Фишкис» и теперь продает товары со своими рисунками не только на ЕЦе, в своем магазине ec.com/shop/fishkisbrand, но и во многих других магазинах США. Вот так безработная дизайнер начала с продажи простых схем шитья на ЕЦе, а сейчас имеет свой полноценный дизайнерский и торговый бизнес.